Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима, Покемон, Кэт Макс и подписчики. Сегодня мы играем в Scrap Mechanic. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А сегодня самая классная рубрика «Крутые постройки». Димачик, удивляй нас. Так, а это мы закрыли. Опа, попёр. Ой-ой-ой, кто-то подножку подставил. Так, Димас его немножко ускорил, поэтому сейчас быстрее передвигается. Во, такой... Он у тебя вот теперь падает. Зажало. Нормально передвигается. Мне нравится, как он двигается. Он упал, он растер... Ой, красота-то какая, одни башмаки остались. Ты, Димас, такой устроил красотищу. Да, он просто лежал, но такой беспомощный, как черепадла, я его взорвал. Да ладненько, давайте к следующей посрочке переходим. Это что у нас за коробка? А это лачпад или как-то типа того. Давайте смотреть. Загружается, ого. Лоадинг. Not done. Чего? И чё? Может, как-то управлять им можно? Не знаю. Давайте его включим, не выключайте его. Эти кнопки не работают? Всё, нет, работает. Не, постройка классная, только она какая-то бесполезная вообще. То есть она вообще не пригодится. Чего, Дима, смотри, как она классно взорвалась. Прям вот эпично. Хоть где ты, да, пригодилась. О, Дима, так. Что это за инвалидка для бабушек? Нормальная инвалидка. Ого! Кэт Макс, ты не умеешь, да я? А ну переверните меня, как она должна там быть. Пожалуйста. Во. Погнал. А чё она дергается так? Не знаю, она прыгает. А, она пружинами выравнивается. Что за говнище? Смотри, как я могу. Никак я не могу. Ну-ка, дай посмотрю. О, Дима, я знаю, что надо сделать. Смотри, надо ее поставить. Удалить подставку. И поставить вот такую вот большую бомбу ей. Ну не могу. Она какая-то психованная эта штука. Вообще написано, что это попрыгунчик какой-то. Я думал, это прыгать она будет. Она, с того, что прыгать, она ползает. Что-то не так. Это человек-картошка. Это он маракасу держит в руках. Прикольная музыка. Опа, прикольно. Давай. Ну такое. Не, ну не хватает бита какого-то. О, господи, что у нас что-то сзади находится. О, тут такие механизмы, смотри. Прикольно. Давай что еще, Димон? Как можно еще запилить? Давай, сейчас еще что-нибудь придумаем, Димон. Стойте. Да не трогай. Так. Идите, смотрите, сейчас что буду там делать. Не, он руками медленно все равно шевелит. Да? Сейчас мы его ускорим, не вас, не ссы. Давай, громко очень. О! Блин, мне нравится! Только не извиняйте, давайте послушаем. Блин, мне тоже дело нравится, она такая веселая. Давай танцевать! Она очень веселая, эта постройка. А чё она не крутится? А, наверх запрыгнули. И пай! Пай! Поехали, говорю. О, тут подыгрывают! Это я, да, подыгрывать вас. Слышно? Звучит вообще шикардос. Отличный звук. А что за звук такой был глухой прям? О, говорящая голова. Это танцующий робот. Танцующая голова. Танцует он, конечно, угарно, да. Сейчас немножко ускорю. Это Димон, ты на дискотеке. Я его ускорил чуть-чуть. Во. Вот, Димас, вот это я на дискотеке. Видел, Димас, это я был на дискотеке уже. Угу! А это я уже после дискотеки. Домой ползу.
Давай, 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 ты можешь. Это подводное плавание, уроки. Раз, два, так и четыре. Так. Сорвали, ничего, да, не осталось вообще. А теперь глобальная постройка. Отойдите лучше. Отойдите, все, ребята, отходим, отходим. Она очень красивая и очень здоровая. Ага. Эпичная. Это, короче, Илона Маска. Ракета. SpaceX. Полетим, да? Блин, Димон, это самая эпичная ракета. Знаешь что, надо, короче, ее запустить и бомбу повесить на нее. А как ее вернуть? Я не знаю. А кто с ней поехал? Кто поехал на ней? А никто, она автоматически. А, я думал, ты поехал. Надо, короче, к ней лететь как-нибудь. О, она рассыпалась в воздухе, Димон. Офигеть. А, круто. Она падает. Нет. Димон, давай, бежим, встречаем эти осколки. Я ловлю один из них. Давай, 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 я ловлю, я ловлю. Во-во-во-во-во-во! Я ловлю головой! Она садится сама! Димон, она села! Да как? Да ну как они так сделали? Это круто! Это настоящая Илона Маска Тесла, хотел сказать. Это когда они машину запускали. Смотри! Это же тоже штука сядет, Димон, смотри! А чум! Офигеть! Блин, это топ. Димон, знаешь, надо сделать нам? А, что? Давай поставим сиденье, полетим и вместе сядем потом. Давай. Так, где седлушки? Давай, давай. Вот седлушки. Давай ищи седлушки, тогда прицепим. Все, поставил, поставил седлушки. Она вернется, эта ракета, вот эта, которая полетела вверх? Да, да, вернется. Самое главное, эти удалите, удалите эти. Все, давай, Димон, я ставлю эти седлухи. Удаляйте тогда. А, ты хочешь на новой ракете поставить с нуля? Я хочу прям ноль, да. Чтобы... Все, давай, Дима, тогда... А, подожди, я ж подставку брал. Только поставь посередине, чтобы мы не рассыпались. Понял, понял, подожди, я подставку потерял. Где подставка? Макс, да. Можем тебя, в принципе, это, и как-то на другую ракету приметить, а мы с Димасом на самой этой глобальной полетим. Так, вы что, удаляете это? Удаляйте эту штуку. О, вот, прилетело, давай, Димон, ставим, прилетело. Ставим, ставим, ставим быстрее и удаляем. Ах, не нажимайте, ставим, пацаны, его. Не нажимайте. Так. Так. Давай, Димончик, новая. Сейчас будет у нас, ребята, эпичный полет. Вот сейчас будет, да, эпичный. Седлушки полет. Готовы. Так она, эта ракета вообще без модов. Давай, Димон, на центральную, да? Да, ставь, ставь, ставь седлушки прям так. Ставь. Ну что, пацаны? Я готов. А кто запустит? Чувак, запускай! Напишите ему, запускай или чё? Он сейчас сам нажмет. А, он тоже садится. Не, он что-то... Он сейчас нажмет, Димон, он сейчас нажмет и сядет, смотри. Не, не нажал. Нет. Летим, летим! Сейчас, Димон, посмотрим механизм, как они в воздухе отрываются. Вот это скорость! Блин, эта постройка крутая! Смотри, она их откинула. О, парашют, как будто, знаешь, как это парашют. Мы летим дальше. Мы летим дальше. Оп. Все. Двигатели все заглушили. Смотри, оно подрулевывает, смотри, в воздухе чуть-чуть. А, мы не резко падаем, мы потихоньку. Минус двигатели. Да, оно чисто измеряет каждую дистанцию и начинает тормозить потом. Так, 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 так. Падаем, падаем, ребята, потихоньку падаем. Классно. Двигаемся. О, смотри, оно выравнивает. Видишь, такие штуки выезжают, Димон? Да-да-да, вижу. Видишь, сами чувак еще один есть. Опа, видишь тени от ракеты? Видно? Так, садимся, садимся, садимся. Офигеть! Мне нравятся такие ракеты. А это пацан может подгазовывать, не? Не, он не прицепил. А, она сама, так что потихоньку сесть. Разобьемся. О, чё так чё так жестко и больно? А, наша штука не выдвинулась. Мы дальше полетели. Нормально. А чё она так сделала? Не знаю вообще, как это странно получается. Может, мы сейчас сядем заново? Давай, Димас, я сейчас слезу. О, лети, Димас, лети.
Идите вниз. Все, я тоже падаю. Тыщ. Я лечу, лечу, лечу. Под карту залетел, Димас. Смотри, сейчас я отскочу от земли. Вы играете неправильно. Все, Димон, поставил. Все, погнали, запускай. Запускаю. Летит! Сейчас, ребята, будет большой бабах. Попал, Димон, попал! Она далеко не улетела, Димас. Блин, на что-то оно похоже со стороны. Ну ладно. Лучше беги, Димас. Сейчас будет взрыв. Я вижу твои бомбы, в воздухе крутятся. И хитрость, ну что ж, если вам понравилась эта серия, хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.